Российская олимпийская сборная вернулась на родину из южнокорейского Пхёнчхана. Национальные флаги, цветы, дети. В московском аэропорту Шереметьево болельщики устроили им бурный прием. Всего спортсмены привезли домой 17 олимпийских наград. Из них две высшего достоинства завоевали мужская сборная России по хоккею и 15-летняя Алина Загитова, выигравшая соревнования в женском одиночном фигурном катании. Не обошлось и без предложений руки и сердца. Их получили обладательницы бронзовых наград, лыжницы Анна Ничаевская и Анастасия Седова.